заместитель председателя правительства Тульской области Стукалов Андрей Викторович. Сегодня Владимир Сергеевич Груздев, губернатор Тульской области, находится в командировке в Москве по вопросам развития Тульской области. Там достаточно серьезные переговоры. Он попросил меня сегодня вот это радостное событие не откладывать, потому что оно действительно для вас важное. Это одни из самых таких комфортабельных квартир, которые мы в этом году построили. Всего мы в 2013 году 286 квартир таких купим для детей-сирот. И вообще для правительства региона это приоритетное направление по реализации и поручений президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и поручений Дмитрия Анатольевича Медведева. Поэтому этот блок, вот вручение вам жилых помещений, мы не будем останавливать. И он с каждым годом все больше будет набирать обороты. И я желаю, чтобы вот эти, знаете, квартиры, которые для вас станут, я думаю, уютным таким гнездышком, в котором вы можете благоустройством своим заниматься, уютом, бытом, воспитывать детей, в конечном итоге позволит вам сформироваться как личность и уже в профессиональном плане достаточно уверен шагнуть вместе с нами в будущее. Поэтому поздравляю вас. Вот я думаю, надо переходить уже к вручению. Знаю, что вы здесь давно. Поздравляю. Квартиры. Квартира 16, квартира 17, Демина Светлана Васильевна. Вот золотой ключ. Да, пакет маленький, но большой квартиры. Держите. Удачи. Поздравляю. Удачи. Пятая квартира. Миляева Надежда Викторовна. Отлично вообще. Я в восторге на самом деле, потому что жить негде. Ура, мне есть такое жилье. Ну, теперь обустроите, да. Будете жить. Ну и удачи вам в семейной жизни. Спасибо, да. Да. Осталось выйти замуж, да, и родить ребенка. Теперь условия, да, созданы. Все, уже можно. Теперь не говорите, что